Ребята, которые сказали, все, рыночная экономика, всем привет, переходим на нерегулируемые цены. Ну, я не буду рассказывать, там пропали вклады и так далее, и так далее. Я тогда, вот вы знаете, всей душой и сердцем поддерживал Игоря Тимуровича. Более того, мы с ним встречались часто, регулярно. И он бывал у меня дома, и на работе мы встречались. И, ну, я не знаю, для вас секрет, не секрет, наверное, он написал в своей книге, что в 93-м году, в октябре, он позвонил мне ночью, и это правда. Сказал: Сергей, вот ситуация такая, что сейчас могут начаться крупные погромы в Москве. Мы вот здесь, на Пушкинской площади, если ты сможешь, если понадобится, ты выделишь там 1000 автоматов? Я ему сказал: да. Да, потому что я помнил 91-й год. И в 93-м году это действительно понадобилось. Но понадобилось государственным структурам, потому что на Старой площади, куда предполагали пойти те, кто призывался с балкона Белого дома, там не было ничего, там было 4 пистолета Макарова. Защищать было. А что было в Останкино, вы помните? Если не помните, поднимите ваши же кадры, ваши же съемки –